Как активировать панель свойств в автокаде? Есть несколько возможных вариантов. Первый вариант, если у вас уже есть какой-либо построенный элемент в пространстве модели. Для этого по нему необходимо нажать один раз левой клавишей мыши, чтобы подсветить. После этого нажать правой клавишей мыши. И есть выбор панели свойств. Как еще можно активировать панель свойств? Панель свойств располагается во вкладке «Вид», «Палитры» и нас интересует панель свойств. Любая активная команда в программе будет подсвечиваться.